Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт часах. Компания Samsung выпустила новое обновление Samsung монитор здоровья для измерения ЭКГ и артериального давления с окончательная цифра 191. Каких-либо новейших изменений по, так скажем, измерению давления или ЭКГ здесь нет. Но есть, или вернее появились, новые страны, которые поддерживаются теперь в этом приложении. Это Канада, Израиль, Тайвань, Украина, Вьетнам, ЮАР, Латинской Америки, это Панама, Гватемала, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Доминикана. Поэтому каких-то новых модов для этого приложения делаться не будет так как, как видите сами, что изменения, кроме поддержки, здесь нет никакой. Поэтому, если вы в одной из перечисленных этих стран есть, вы скачивать можете уже официальную версию и пользоваться ей себе на здоровье. Вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий. Спасибо, до свидания.